Друзья, в продаже у нас появилась Kia Rio 2012 года. Автомобиль на бензиновом двигателе объемом 1,6 литра, 123 лошадиные силы. На механической коробке передач на переднем приводе. Имеет оригинальный ПТС, всего два владельца. Машина в хорошем состоянии, как технически, так и косметически. Имеются противотуманные фары. Внутри у нас 4 электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал, обогрев лобового, мультимедиа штатная, кондиционер, обогрев заднего стекла, AUX, iPod, USB порт, подогревы передних кресел. Сзади у нас электростеклоподъемники, 3 места. Хорошее состояние автомобиля. Оригинал ПТС, всего два владельца. 2012 год.